вечер, дорогие телезрители! В прямом эфире на телеканале «Россия» финал шоу «Танцы со звездами». И открывает наш финальный выпуск председатель нашего жюри, народный артист России Олег Меньшиков и его оркестр. Влюбился Джон Грей в Кэти, как-то, не в силах скрыть свой пыл, он ей изложил, но Кэт сказала я. Она говорит ему: Грей, брось ты штуки эти, это ни за что на свете, дети вдруг пойдут у нас на грех с тобой. Нет, ни за что на свете могут случиться дети, нет, нет, сказала Кэт. За что на свете дети вдруг пойдут у нас на грех с тобой? Ай, нет, ни за что на свете могут случиться дети, нет, нет, сказала Кэт. Итак, это был народный артист России Олег Меньшиков и его оркестр. Совсем скоро разрешится главная интрига этой осени. Кто же станет лучшим танцовщиком нашей страны? Кто станет обладателем этого потрясающего приза, который находится у меня за спиной, вот на том постаменте? Главный приз танцев со звездами. Кому он достанется сегодня? Вот интрига сегодняшнего, самого праздничного, самого напряженного вечера этого сезона. Сегодня 4 пары финалисты должны будут исполнить по 2 танца. Первый танец они посвятят своим сокровенным мечтам. А второй танец станет наглядным примером того, чему они научились за это время. И вы знаете, я перед всем этим праздничным фейерверком хотел бы представить человека, без которого не представляют танцы со звездами, которая гарантированно прошла в финал как лучшая моя соведущая, моя обожаемая Дарья Спиридонова. Даша, добрый вечер. Я тебе предоставляю слово, кого ты сегодня к нам привела. Добрый вечер, Максим. Спасибо тебе большое за эти теплые слова. Для меня счастье, правда, быть твоей соведущей в этой замечательной программе, которую я очень люблю. И сегодня у нас финал. Через 2,5 часа мы узнаем, кто стал победителем этого сезона программы «Танцы со звездами». Огромное спасибо Олегу Евгеньевичу за такое потрясающее начало сегодняшнего вечера. А сегодня со мной мой любимый, не побоюсь этого слова, визави в этой программе, Карен Георгиевич Шахназаров, который здесь был уже 3 раза в этом сезоне. Он знает наших участников, он знает нашу программу. Я сейчас предлагаю, Карен Георгиевич, вспомнить, что вы говорили на протяжении проекта о тех парах, которые в результате вышли в финал. У нас есть для этого заготовлено видео. Считаю, Женя, потрясающий танцовщик. Большое. Задача, что Алена очень сложно соответствовать, и мне кажется, она справлялась с этим. Мне очень понравился танец, и вообще очень красивая пара, и вот очень элегантная. Стильный, я бы сказал. 9 я бы поставил. 9 поставил бы Карен Георгиевич. У меня было ощущение, что абсолютно профессионалы. 2 профессионала, и, как говорится, 10 баллов. Дело все в том, что Сергей, не просто он выходит, танцует, он как артист создает некий художественный образ. В этом, наверное, смысл, особенно когда актер выходит в танцы. Оценка 11. Я подозревал, что для всех здесь будет проблема Жени Папунашвили и Андрея Карпова. Перетанцевать их очень сложно. Но вот если что-то придумать в танце, какую-то драматургию, вот этим их можно взять, вот этим их можно уесть.
Роман Георгиевич, потому что, во-первых, вы угадали финалистов. Во-вторых, вы абсолютно точно угадали, что те пары, которые поставят на какой-то оригинальный подход, они смогут составить достойную конкуренцию. Так и получилось у нас именно эти пары в финале. Что вы скажете вот перед началом нашего конкурсного сегодняшнего финального дня? Знаете, перед началом нашего замечательного конкурса я вот что скажу. Вы знаете, жизнь, она так сложна, в ней праздник и грусть. И вот сегодня такая печальная новость. Юрий Васильевич Яковлев, выдающийся русский актер, ушел из жизни. Я думаю, что именно здесь, сегодня, так сказать, было бы уместно, если бы мы почтили память этого великого актера, нашего коллегу, нашего товарища. Вы знаете, вы абсолютно правы, Карен Георгиевич. Спасибо вам большое за то, что вы вспомнили удивительного, уникального артиста. Я только могу сказать, что вот я совсем недавно видела его в спектакле «Пристань» в театре Вахтангова. И, конечно, то, что вот он до самых последних моментов, да, он играл и играл блистательно, это как раз то, что делает искусство и искусство, которое он нам дарил. И я уверена, что те люди, которые сегодня выйдут на паркет, они вдохновлены именно такими большими личностями, которые посвящают себя кино, театру, танцу, и которые в результате вдохновляют нас всех жить чуть-чуть иначе, чуть-чуть красивее. Спасибо вам за то, что вы вспомнили. Спасибо. Спасибо всем. Итак, в первом своем танце наши финалисты расскажут о своих сокровенных мечтах. Пара, которая сейчас выйдет на этот паркет, весь сезон мечтала о том, чтобы не спать ночами и репетировать всю неделю. Их мечты сбылись, они в финале. Теперь они мечтают победить. Популярная телеведущая, модель Алена Водонаева и многократный финалист и двукратный победитель нашего шоу Евгений Папанаишвили и их джайв. У нас остались ребята, ну, Писаренко я не трогаю, Писаренко, он у нас берет обаянием и вообще желанием все сделать, у него все получается, а Настя и Лена, они актрисы и хореографию в актерских вузах все равно преподают, то есть я единственная была вот такая коровушка среди всего женского состава, ну, Женька, ну, вот если говорить своим языком, то есть все равно девчонки пришли не с нуля, я пришла с нуля просто как какой-то бобер иногда на репетициях там скакала. Пингвин в брачный период. Мечта как раз в этом и заключалась. В том, чтобы научиться танцевать. Правда. И я не ожидала, что у меня получится. А теперь я уверена в том, что бы ни случилось, я надену туфли и я станцую. И станцую неплохо, потому что моим педагогом все это время был Женя. À la maison, c'est si bon. T'as rage.
Алена Водонаева, Евгений Папанышвили. И, конечно же, наш оркестр Шер Остен Бэнд. Солисты Валерий Стронский, Карина Габрилян и Ольга Белая. И, конечно же, Шер Остен. Спасибо вам за живое сопровождение в течение всего этого сезона «Танцев со звездами». Еще раз аплодисменты нашему оркестру. Спасибо большое. Конечно же, финал. Эмоции зашкаливают. Алена, какие ощущения сейчас? Как ты их можешь сравнить с теми чувствами, с которыми ты приступала к участию в «Танце со звездами»? И приступала с такими же. И до сих пор как сон. Я не верю, что я в финале. Я счастлива, что я могу быть настолько сейчас уверенной в себе, что я вообще здесь сегодня стою. Я счастлива. Я так счастлива была, наверное, только после того, как у меня сын родился. Вот. Я не знаю, с чем это еще сравнить. Но все, кто создает эту программу, я думаю, также счастливы, что это счастье появилось у тебя в связи с «Танцами со звездами». Женя, как-то тренировки были более нервными перед финалом? Ну, не скрою, да, но такими же насыщенными. И, ну, слушайте, у всех волнение, все старались, всем участникам желаем удачи. А как это, кстати, сына рожать? Так какое счастье? Вот когда у тебя родится, тогда и поговорим. Ты еще какой-то молодой холостяк. Сначала тебя женить надо. Я его учу. Я хочу, чтобы он женился, чтобы был пристроен, потому что он всегда голодный. Он всегда на тренировки приезжает. Он говорит, я только сухарики на Мосфильме ел сегодня. Я ему вожу еду, мясо, рыбу. Боже, он умрет без тебя от голода. Тогда я предоставляю сразу слово члену жюри, у которого много детей. И вообще, вы знаете, популярность мюзиклов у нас в стране, мне кажется, совпала с тем временем, когда мюзиклы стал ставить именно он. И связь очевидна. Актер, режиссер, хореограф блестящий Егор Дружинин, член нашего жюри. Егор, достоин ли был этот джайв финала? Скажи, пожалуйста. Да, безусловно. Если у тебя не работает микрофон, могу микрофон предоставить я тебе. Спасибо. Спонсор микрофона сегодня Максим Галкин. Ваши аплодисменты. И у меня просьба. Николай Максимович, уберите, пожалуйста, мобильный телефон. Мы вас видим. Спасибо большое. Эта фирма не проспонсировала участие в нашей программе. Телефон «Золотая звездочка». Друзья, да, безусловно, этот номер достоин финала. Хотя бы потому, что Алена абсолютно свободна в своем актерском существовании на танцполе. Можно, наверное, придираться к тому, как исполнены те или иные шаги и движения в танце. Но сегодня придираться не хочется. Сегодня вы замечательно станцевали. И это относится, по-моему, будет относиться не только к этой паре, но и к тем парам, которые ждут своего выхода за кулисы. Это мы еще посмотрим. Спасибо, Егор. Вы знаете, у нас на этом сезоне родилось замечательное правило. Сомневаешься в оценке танца? Спроси у Владимира Иванова, судья международной категории Владимир Николаевич Иванов. Но сегодня у нас действительно очень трудная задача, и я вот с такой вот уверенностью никогда вот даже не смогу сейчас сделать какой-то прогноз, кто же будет победителем. Что касается первой пары, которая выступала, конечно, такой хороший задел, очень эмоциональный, очень интересный. Алена действительно это была сегодня потрясающе, свободно, ничем не уступала Жене. Ну вот так что молодцы вы, очень здорово постарались. Спасибо. Заслуженный тренер СССР, мастер спорта по фигурному катанию Елена Чайковская. Лена Анатольевна, передалось ли вам волнение наших участников? Волнения нет, уверенность передалась. Алена, я вам хочу сказать, что вы себя обозвали в профайле неким животным. Я его повторять... Корошка. Да, корошка. Вот мне очень жаль, что мы не можем вот по формату показать ваши первые исполнения всех танцев. И вы посмотрели бы на себя первую, и сейчас на себя в последний день. Это совершенно пришел иной человек. Во-первых, простите, вы в три раза тоньше. Раз. Во-вторых, вы замечательно совершенно движетесь. Вы совершенно свободны. Абсолютно не уступаете Жене эмоционально. Он за вами не следит, потому что первые разы он вас водил, помогал, цеплял, не давал, так сказать, упасть. Сейчас совершенно иное дело. Вот жаль, что мы не можем показать ваше первое выступление сейчас. Все бы просто ахнули, насколько здорово вы научились танцевать. Спасибо. Мы не уверены, что сегодня
он нас порадует искрометными комментариями. Не уверены, потому что он точно это сделает. Народный артист России, обладатель премии «Золотая маска» Николай Цискоридзе. Ну и обладатель всего остального в этой стране, чем можно обладать в области искусства. Коль, у меня к тебе вопрос. Да. Вот в связи со всем сказанным, могла бы Алена Водонаева стать профессиональной танцовщицей? Ну, этим надо заниматься с детства, потому, как бы, если бы она начала, я думаю, что она я бы смогла. Я даже знаю, где. В Ваганском училище. Нет, там мы учим на балерину. А, что хотелось бы сказать, Алена, про твое выступление? Ну, я согласен с Еленой Анатольевной, что, конечно, разница гигантская. И для меня ты и Писаренко – лидеры нашего шоу. Я считаю, что голосовать, если выбирать, выбирать на первое место надо из вас – только по одной причине. Не потому, что я плохо отношусь к Насте или к Лене, а потому что вот вы пришли с нуля, вы действительно артисты, все-таки так или иначе в институтах учат танцы. Ну, кто-то хорошо учит, кто-то похуже, но их учат танцевать. Да? Вы пришли с улицы, так скажем, и стали учиться танцевать. Это, Николай, всем бы это по этой улице ценно. Ходить. Да. Это... Ну, это очень ценно. И, где вы видели такие красивые, чистые улицы? Я еще раз хочу оценить Женино мастерство преподавать. Потому что, если честно, вот в тебя мы не очень верили. Не потому, что там ты не способная. Но у каждого человека есть свои данные. Но лишний раз Женя доказал, что такое талантливый педагог. Спасибо большое. Вы знаете, весь сезон наши звездные участники учились танцевать, а наши непрофессиональные члены жюри учились оценивать танец. Но каждый внимательный зритель справедливо заметит, что грань между профессионалами и любителями практически стерлась. Я могу сказать, что этот судья уже может оценивать профессиональные бальные танцы. Но помимо этого, он народный артист России, председатель нашего жюри, трижды лауреат государственной премии Олег Меньшиков. Я поздравляю вас, то, что вы в финале, я присоединяюсь ко всем словам. Но, честно говоря, я для финала жду большего, я буду ждать следующего танца. Но, тем не менее, поздравляю. Ну, мы все ждем следующего танца, примерно с тем же нетерпением, как и ждем ваших оценок. Оценки наших судей. Егор Дружинин – 10. Владимир Иванов – 10. Олег Меньшиков – 9. Елена Чайковская – 10. Николай Цискоридзе, 10! 49 баллов! Уважаемые телезрители, если вы хотите восполнить ту самую единицу, которой не хватило этой блистательной паре до 50 очков, отправьте 02 на короткий номер 1075. 02! Помните, в данном случае это не вызов полиции, а вызов к финалу этой блистательной пары. Прошу вас к Дарье Спиридоновой. Какие вы красивые! Особенно, когда встал и говорил еще Егор Дружинин. Вы с ним были, вы просто как трио такое составляли. Да, он сегодня тоже с бабочкой. Сегодня... Мой дорогой, спасибо тебе большое. С финалом нас всех. Спасибо, с финалом нас всех. Женя, я счастлива видеть тебя уже подряд. По-моему, какой это подряд финал для тебя? Сейчас многие, многие. Потом разберемся в цифрах, но самое главное, конечно, Женечка, что ты в финале, что вы с Аленой в финале, хотя в прошлый раз случилась просто невероятно драматическая ситуация. Как на вас вообще это... То есть я расскажу Карен Георгиевичу, в прошлый раз почти вот в 2 метрах от того, чтобы не пройти в финал, была наша любимая лидерская пара, при том, что вы считаете их абсолютно лидерами. Что происходит, лидерами. Когда вас нет? Вообще, я говорил уже об этом. Контроль. Да. Выходит из-под контроля ситуация. Но для вас это было... Вот как это отразилось на тренировочном процессе, который был вот в предфинале? То есть вот буквально, Даш, на шаг до финала случилось такое совершенно неожиданное событие. Не могу сказать, что как-то отразилось. Событие. Мы
конечно, готовились очень сильно. И гораздо больше, чем, может быть, каким-то эфиром. Да. Для нас, конечно, получение всех десяток. Мы на следующий день осознали вообще, что произошло. Вот, потому что мы помним это. Вот у нас долго не могли отойти от этого танго. Это было вот состояние... И от слов Елены Анатольевны, когда она сказала, Женьке про то, что он меня опекает, и мы просто... Знаете, мне мама потом сказала после этой программы, простите, что вот я о своих семейных каких-то разговорах, но это просто не могу вам не передать. Она сказала, что у меня стояли слезы, когда она видела вашу вот эту танго. Вот это дорогого стоит, и поэтому это вот момент, который захлестнул вообще все эмоции, и эмоции всех родных, близких и друзей. То есть это было прям, ну, потом уже, на следующий день, потому что мы понимали, что мы могли не попасть в финал. Такие, опа. Ну, как это, все в этом смысле, да? Насколько все непредсказуемо в «Танцах со звездами». И как опять же, насколько важно, чтобы наши зрители высказывали, да, свое отношение к паре. Очень надеемся на поддержку зрителей. Да, в финале ваша поддержка просто очень нужна этой паре. Карен Георгиевич, как вам вот такой танец? Вы любите этот стиль, вы в нем прекрасно разбираетесь. Да, ну, я должен сказать, я вообще, конечно, не сомневался, что Женя будет в финале, я об этом много раз говорил, но, конечно, по предыдущим все-таки было ощущение, что вот Женя локомотив такой, который вот Алена, так сказать, все-таки она следует за ним, да, вот, а вот сегодня действительно я согласен с жюри, вообще произошло чудо, надо сказать, Женя... Два локомотива. Спасибо. Уже. Два локомотива ехали. Как абсолютно на равных. Сегодня, да? Болельщики команды «Локомотив» должны включиться в процесс. Да. Да, 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 присылать да. свои смыслы. Спасибо вам большое. Я за вас абсолютно счастлива. Это правда, что Женя не дает тебе есть сладкое? Нет. Ты вот его подкармливаешь котлетками, а он следит за какими-то твоими. Он дает мне есть сладкое, но почему-то не вовремя. Он все время дает мне сладкое ночью. Я говорю, Женя, ну нельзя девушкам есть ночью сладость. У нас тренировки, да, эклеров принесет, три, да, там, мы до четырех у меня прям... И он принесет пирожного, я сижу, смотрю на все это. Я могу только днем есть сладкое, вечером вот. Нет. Женя, ну все впереди, я думаю, что вы не расстанетесь вот после этого проекта. Я тебе прям, не знаю, машину, целую машину сладкого я привезу. Я халву люблю. Да, хорошо. Ну что ж, впереди ваш следующий танец. Но этот был высоко оценен, и, конечно, мы ждем голосов наших зрителей. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Чтобы ваш иммунитет был таким же крепким, как воля к победе наших участников, каждое утро выпивайте по бутылочке Иммунели. Берегите свой иммунитет. Иммунели – вкусная защита для вашего иммунитета. Бывает так, что мечты сбываются. Но в редких случаях бывает так, что даже не мечтаешь об этом, а это сбывается. Я практически уверен, что Сергей Писаренко в первом выпуске этого сезона даже не мечтал, что попадет в финал. И это, тем не менее, сбылось. Он в финале. Итак, финальная ча-ча-ча от КВНщика, комедийного актера Сергея Писаренко и его блистательной партнерши Виктории Задорожной. Встречайте! Хотим ли мы победить? Так как хочу. Да! Ча-ча, раз, два, три. Ча-ча. Если бы я был актрисой, а не актером, да? Сейчас бы меня таскали вот так же по паркету, на поддержках. И только ногу вот так держать, носочек тянуть. Больше ничего делать не надо. Пацаны все за них делают. Если достаточно мудрые наши члены жюри поймут все это, то они поймут, какое изменение прошли мужчины, актеры, которые участвовали в этом проекте, и какие минимальные изменения девушки? Бедра. На раз сразу. Раз. Нам уже давно надо было уже 4 программы назад отдать первое место и сказать «Все!» Это чистейший научный эксперимент. Невероятнейший психологический, физиологический, социальный эксперимент. Он удался. И перед вами стоит фактически единственный претендент на первое место. Надеюсь, я научно это вам доказал. Truth, I could look and screw out of you.
Pretty Man. Сереж, Вик, я очень за вас рад. Я очень за вас рад, потому что вы в финале. И понятно, что, наверное, из всех участников, Сереж, ты сделал над собой самое большое усилие, потому что, в принципе, большая часть бальных танцев требует великосветской выправки, которая, в принципе, претит нашему с тобой юмористическому жанру. Какие твои ощущения в финале? Ну, для меня это не то, что неожиданно. Я скажу больше, я настолько этого не ожидал, что уже напланировал концертов. И ребята без меня сейчас колбасят. И говорят, ты же говорил, что в ноябре уже будешь свободен. Я говорю, пацаны, ну это не от меня зависит. Там сидят пять замечательных людей, которые все решают. Я говорю, ну не знаю, старик, как ты потом нам в глаза будешь смотреть, если не победишь еще после этого. Ой, я даже не знаю, как вам сейчас в глаза смотреть, потому что я хотел бы, конечно, сейчас вас сразу порадовать хорошими оценками жюри. Но сначала будет реклама на канале «Россия». Уважаемые телезрители, мы продолжаем прямой эфир шоу «Танцы со звездами». Так, сегодня у нас финал. Сергей Писаренко, Виктория Задорожная только что исполнили свой танец. Это была «Ча-ча-ча». И сейчас настало время спросить у нашего жюри, что они думают по этому поводу. Поднимает руку председатель нашего жюри. Честно говоря, даже мне неудобно, потому что никак я не учитель, и это никак не ученик. Но, тем не менее, пожалуйста, Олег Евгеньевич, вам слово. Я про кандидата наук. Мне прямо сейчас так обидно, Сереж. Ну, сначала ходил, дарил цветы, потом стоял, потом лежал. Зато как лежал. Да вот именно, да. Ну, для финала мало, важно, Сереж. Важно, кто лежит и как. Вот. Олегу Евгеньевичу кажется, что мало для финала. Елена Анатольевна, как вам кажется? Елена Анатольевна, кажется, хорошо. Слышали мое мнение слева? Да, мы считаем, что выступило двое. Во-первых, очень хорошо. Вы вот тот человек, который нас удивили. Предыдущая пара нас удивила, и вы удивили в своем развитии нас очень. Потому что изначально вы у нас были первым вылетающим так в кандидату. Неправда. Ну, вторым. Хорошо, да. Вторым. Тем не менее, вот от разу к разу вы двигались и раскрывались. И вообще меня изумили, когда вы вышли в европейских танцах, в классических. Это было совершенно изумительно. Сейчас Олег прав. Ну, зачем надо было тут лежать на спине полчаса? Смотреть, как она замечательно крутит. Не буду говорить, чем. Я не делаю этого весь сезон. Дайте в конце посмотреть на задницу Вики. Ну, хоть раз. Но это нормально для мужчин. Дайте полежать, посмотреть. Наверное, оценит это мужской состав жюри. Но вы меня немножко огорчили, потому что вы можете замечательно танцевать. Я поставлю вам высокую оценку в расчете на то, что вы вторым танцем себя. Спасибо, Елена Анатольевна, за эту реальную угрозу. Давайте посмотрим, как весь состав жюри оценит этот танец. Оценки судей. Голосуйте за Писаренко. Егор Дружинин 9. Владимир Орлов 9. Олег Меньшиков 9. Елена Анатольевна 10. Николай Максимович 10. 47 баллов получает пара, которая и полежала, и оценила, и станцевала. Уважаемые телезрители, чтобы проголосовать за пару Сергея Писаренко и Виктория Задорожная, отправляйте 08 на короткий номер 1075. 08, да? Во, 08. Запомните, уважаемые телезрители. Голосуйте, голосуйте. И выбирайте их. Прошу вас к Дарье Спиридоновой.
Вообще, Сережа, он настоящий джентльмен, потому что он свою партнершу довел до финала и дал ей в финале показать свою красоту. Понимаете? Потому что то, как Вика танцует, вот у наших профессионалов не так много возможностей показать, ну, все, на что они способны, потому что им говорят, ну, не затмевай своего партнера, ну, там. И тут вот она выдала, да, Викуля? Да. Это да. Было роскошно, а уж какое удовольствие получили, я думаю, наши зрители. А я какое удовольствие, наконец-то вблизи. Сережа, расскажи! Понимаете, расскажи. Все это так трясется одновременно, и вот это вот все летает перед глазами. Я почувствовал себя сегодня наконец-то мужчиной. Понимаете, весь сезон какие-то споры, красивые, некрасивые. Кто из нас красивее? В конце я сдаюсь, ты красивая, я некрасивый. Лежу. Я лежу покоренный. У твоих ног, смотрю на твою попу. Больше для меня ничего не надо. Мне очень понравилось, что, конечно, Елена Анатольевна, которая сегодня в божественных совершенно вот этих цветах, мне очень нравится, что у Елены Анатольевны, у нее там все время разные цветы. Я каждый раз жду, какой будет сегодня цветок. А сегодня для финала мои самые любимые. И вот Елена Анатольевна, она просто как директор школы. Она сказала, я поставлю вам высокую оценку, но в расчете на то, что в следующем танце. Я знаю, что по Садобле она помогла вам даже какое-то движение. Я скажу больше, она сегодня не просто учитель, она как фея, понимаете? Фея. Для меня она как фея. Фея сирени. Да. И да. Белая абсолютно фея. И в Пасадобле она мне сказала, Сережа, ты должен, вот идешь, делай шаг Пасадобле, подбородочек, к локтю, сделай это, будь мужиком. Вот. И вот здесь я понял, что мужиком, значит, решил тоже задумать, хорошо танцевать по Садобле. Правильно, молодец. Ну, про ча-ча-ча она мне этого не сказала. И ты уже трактовал по-своему, что такое быть настоящим мужчиной. И просто лег и смотрел на Викину великолепную фигуру. Что может быть лучше? Мне сейчас все остальные пары завидуют. Карен Георгиевич, вы завидуете мне, да? Конечно, настоящий мужчина должен лежать, а женщина танцевать, правильно? Это совершенно очевидно. Я думаю, здесь еще абсолютно правильно, вот то в какой-то степени я так... Конечно, там соревнования с такими асами, как Андрюша Карпов, как Женя Папунашвили, там шансов очень мало. А вот здесь они придумали танец с иронией, с юмором. И, так сказать, Сережа как раз свои лучшие актерские способности использовал для того, чтобы создать некий образ. И вот мне кажется, вот это абсолютно правильно то, что... И дал потанцевать... И сумасшедшее обаяние, которое накрыло, по-моему, Николая Цискоридзе, который ставит уже третью программу «Одни десятки», Сережа Писаренко. Я думаю, потому что я хочу, чтобы они выиграли. И не стесняюсь этого. Мой дорогой, я тоже. Потому что, если честно, то, что Писаренко вообще сможет бедром вильнуть, у меня не то, что надежды не было. Я даже такого помечтать не мог в кошмарном сне. Да. Но, по-моему, весь урал содрогается. Мне то же самое моя мама говорит, понимаете? У вас с мамой, видимо, одинаковые сны с Сережиной, Коля. А я очень рада, что вот это даже вот эта песня из Pretty Woman, да? Единственное, помню... что нас разделяет все-таки большое количество километров, я надеюсь, да? Ну, знаете... И вообще многое другое тебя отличает от мамы Сергея Писаренко. Для людей, любящих искусство, и Сергея Писаренко в искусстве, что такое там какие-то тысячи километров? Но вот в фильме «Красотка» там же даже финальные слова, из которой эта песня, да, под которой вы танцевали, там финальные слова «Мечтайте». Нам никто не мешает мечтать о большем. Вот она мечтала, чтобы был не просто хороший парень, а принц на белом коне. И, в общем, хорошо сложилось у девушки. Мечтать удобнее лежа. Да, видеть сны. Но мне нравится, что Сережа, он активно говорит о том, что он мечтает победить в этой программе. Он не говорит, что, о, как я счастлив, я дошел до финала. Даша, я здесь... даже лежа я активен. Вы не понимаете, лежа я особенно активен. Заканчиваем на этом наше включение. Я узнаю подробности за кадром. Да. Спасибо большое. Смартфон Nokia Asha 501 обеспечивает быстрый доступ к недавно использованным функциям, звонкам, музыке, играм и многому другому. На нашем проекте мы видели самые разные варианты танго. Но сейчас на паркете произойдет что-то особенное. Итак, специальный номер, подготовленный к финалу нашего проекта. В нем участвует член нашего жюри, хореограф Егор Дружинин и народная артистка России Илзе Лепа. Thank you.
Браво! Илза Лиепа! Егор Дружинин! Илза, как вообще впечатление от нашего проекта и ощущение от этого паркета в прямом эфире? Максим, на балетных конкурсах обычно говорят, партнерша в конкурсе не участвует. Это я сегодня. Я в курсе. Я понимаю, что я сейчас не попрошу Егора Дружинина сесть на место, снять усы и оценить танец. Но, тем не менее, какие ощущения от финала? Я совершенно счастлива, что такой красивый проект существует, потому что это такой праздник танца. И мне приятно очень быть гостем. Я понимаю, как все волнуются участники, потому что мы тоже волновались очень. И для меня было большой радостью встретиться еще раз с изумительным, тонким, музыкальным хореографом Егором Дружининым. И сделать эту маленькую зарисовку, штучку, но для меня это было очень приятно. Спасибо, Илза. А мы, в свою очередь, очень рады и благодарим вас за то, что вы, как талантливый представитель блистательной балетной династии, сегодня украсили наш финал. Спасибо большое. Как перед вами сложно танцевать, господа жюри. Очень-очень. Неправда. Илза Лепа. Конечно же, научиться за несколько месяцев профессионально танцевать – это невероятная, несбыточная мечта. Но, тем не менее, и такая мечта может сбыться. Сквозь изнурительные тренировки и бессонные ночи прошла наша следующая участница, звездная участница. И теперь она не только кинозвезда, не только актриса Московского театра «Сатиры». Она теперь практически профессиональная танцовщица. Это, как вы, наверное, уже догадались, Елена Подкаминская и ее... талантливый партнер Андрей Карпов. Хотим, хотим, хотим. Мы победить. Хотим, хотим, хотим. Очень хотим. А кто не хочет? Спросите, а кто не хочет победить? Кто скажет, что он не хочет, значит, он дурак. Правда? Давай, Андрюшка, я готова. Веди меня. В общем, короче говоря, у нас квикстеп очень такой прыгучий. Я коза, между прочим, по году. Оказывается, я очень люблю прыгать. Мы очень благодарны нашим любимым зрителям, что они нас так горячо поддерживают. Это очень взаимно. Говори скорее, что это очень взаимно. Я говорю, что это очень взаимно. Commencer à siroter un régiment bien glacé avec des avant-glaces. What? D'une traite décontractée, je le dis, ma chère amie, voulez-vous prendre un café, mais si rien bien mais assez. Elle dit non, 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 et moi, ça va de la peine. Elle dit non, 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 à ma jette dans les bords. Pour qui me prenez-vous d'abord, je ne connais pas, vous êtes ce plein de beau. Elle dit non, 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 et moi ça me fait de la peine. Elle dit non, 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 et moi que venez-vous. Je l'ai fourni, fais partout, d'abord je ne parlais pas, je suis un garçon très doux, venez-moi, c'est dans mes bras. Juste une deux petits bassets. Si ça ne me convient pas, eh bien je tourne et je bois. Elle dit oui, 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 donnez-moi ton amour. Elle dit oui, 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 donnez-moi nuit de jour. Ma ba ba ba,
«Степ мечты» от Елены Подгаминской и Андрея Карпова. Ну что ж, под эти бурные аплодисменты, уважаемые телезрители, мы встречаем рекламу на канале «Россия», после которой сразу продолжим прямой эфир финала. Уважаемые телезрители, прямой эфир финала шоу «Танцы со звездами» продолжается. Только что исполнили квикстеп Андрей Карпов и Елена Подкаминская. До сих пор не может успокоиться наша аудитория. Но сейчас уже выдохнули. Все, мы все поняли. Спасибо. Спасибо. Лен, какое сейчас настроение? Вот как у олимпийцев, типа, главное участие или все-таки надо победить? Понятно. Хорошо. Хорошо. Тогда второй вопрос. Если вот вас не рассматривать, кто вам больше всего нравится из трех оставшихся пар? Настя Меньшикова. Хорошо, хорошо. Мне тоже нравится этот вариант. Правильный заход перед мнением судей. Нет, поверьте, я не такая совершенно. Честно, честно. Конечно, я даже спрашивать Олега Евгеньевича тогда не буду. Ну, чтобы не ставить его в неловкое положение. Николай Максимович. Да. Вот когда случился первый выпуск нашего проекта «Танцы со звездами» в этом сезоне, сразу появилась идея, что эта пара будет в финале? Нет. Нет. А какая идея тогда Единственное, появилась? Единственное, как-то вот мне сразу понятно по бальникам, кто просто, так как Андрюша я давно знаю, что он может научить просто. Вот эта идея была. То, что Лена научится, это уже зависело от ее усердия и от Андрюшиного таланта. Вот и все. Но она научилась и дошла до финала. Единственное, что мне очень странно и очень жалко, Лена, потому что вы наша звезда в чаче. Вы у нас главная чачистка были. И когда я прочитал, что вы будете танцевать квикстеп, я обрадовался. Я подумал, ну этот танец вам должен быть так уже на раз-два. Но вы допустили такое количество ошибок, которые недопускаемо в финале. Вот что ужасно. Потому как бы вот мне странно, почему вы так нервничаете? Тем более, что вы знаете, что надо выиграть. Понятно, Николай Максимович. Так что, пожалуйста, соберитесь, и второй танец, чтобы был блистательный. Я одно слово. Лена, прекратите нервничать. У вас финал. У вас соревнования. Прекратите нервничать. Собирайтесь. Спасибо. Егор, какое твое мнение об этом танце? Действительно ли были ошибки? Ну, во-первых, я вынужден констатировать тот факт, что в кои веки я согласен с Николаем Максимовичем Цискоридзе. Спасибо, Егор. Спасибо. Наконец мы дожили до финала и до нашего согласия. Да вы нас это всех перемирие. Переживете со своей ссорой. Да, дорогие Егор. Друзья. У нас нет ссоры. Мне кажется, что просто сегодня и Лена, и Андрей стали заложниками каких-то обстоятельств. Где-то, мне кажется, недорепетировали, где-то, может быть, недоучили, недоработали. Мне кажется, что вы сами про то, как вы исполнили этот танец сегодня, все лучше нас всех знаете. Уж то, а оценивать себя на паркете Егор, вы научились. Егор, зритель хочет узнать. Внимание, оценки... Или ты еще хотел что-то сказать? Да, я хотел сказать, что выйдя на паркет перед этой парой, я понимаю, как это нервно и волнительно, и поэтому я вам все прощаю. Оценки судей. После всего. Егор Дружинин 9, Владимир Иванов 10, Олег Меньшиков 10, Елена Чайковская 10, Николай Цискоридзе 9. 48 баллов получает Андрей Карпов и Елена Подкаминская. Дорогие друзья, чтобы проголосовать за эту пару, отправьте 09 на короткий номер 1075. 09 на короткий номер 1075. Ваши смски, и Елена Подкаминская уже не нервничает. Прошу вас к Дарье Спиридоновой. Ну,
Ну, я вас поздравляю, тем не менее, оценки высокие. Они не исключают возможности победить сегодня, чего вы так желаете, не исключают совсем. А, следующий танец, я знаю, это вообще у вас там какая-то особый замысел, вы даже просили дополнительный. Чтобы он получился. Дополнительный. Главное, да, чтобы он получился. А, потому что это очень важный для Андрея танец, это любимый его танец. Я не буду сейчас раскрывать всех секретов. Но вот что случилось? Почему здесь как-то... Действительно, это то волнение, о котором сказали судьи, ты да? Ты как думаешь, что случилось? Мне кажется, просто перенервничали, наверное, и где-то... Мы проходили да? только что. В общем, с танцевали без помарки, очень чисто. А так на репетиции всегда бывает. На репетиции танцуешь идеально, выходишь на соревнования, на паркет... И там вот раз один камушек, а потом вся схема подвинулась, там музыка, и вот так. Тем более у вас такая сложная хореография, я прямо вот следила за Линой, я понимала, что там даже нет места, где ты можешь взять и собраться заново. То есть если ты чуть-чуть буквально поехал, дальше ты уже все время догоняешь. Мы здесь сейчас соберемся, да. Но... и следующий танец будем... Нет, но на самом деле вы молодцы, потому что я вижу, что по большому счету, знаете, это как в Формуле-1, там бывает там общий зачет некий, да? И можно как бы, нет, просто можно уже не стараться, условно говоря, приехать быстрее всех, да, а сработать, ну, там, где ты точно справишься. А вы, тем не менее, взяли сложнейшую хореографию, это риск очень большой. То есть Лена танцует настолько хорошо, что если бы ей просто что-то очень простое дать... Она бы справилась, и для нее бы это было легко, она бы не волновалась. Это твоя идея сделать, вот как бы прыгнуть выше головы в финале? Потому что это риск большой. Андрей. Я не разделяю вот этих катастрофических ваших, да, жестких тантанар. Наоборот. Отличный, мне кажется, отличный танец был. И, ну да, может быть, я бы поставил больше оценки, извините, потому что мне очень понравился, в танце был кураж. Но я думаю, что еще не факт, что этот танец не будет оценен зрителями гораздо лучше других. Потому что вообще зритель в этом смысле, телезритель я имею в виду, телезрители свой подход, ему вот этот кураж, ему отношение, та страсть, а ее было очень... хватало на сцене, поэтому я, ребята, еще подождите. Вполне возможно, что этот танец вам и принесет первое место. Поэтому... Спасибо, Карен Георгиевич. Да. Я думаю, что для Андрея с Леной сейчас очень важны эти слова. И, конечно, мы за вас все очень болеем. Не секрет, что вы абсолютные лидеры, да, этой программы на протяжении всего сезона. Очень многие вам прочат победу. Да. Если бы были какие-то ставки, то, наверное, на вас делались бы очень высокие ставки. Поэтому мы ждем. Я знаю, что следующий танец очень важен для вас. Это будет большой сюрприз. И я уверена, Лена, что все будет хорошо. Она волнуется. И надо сразу сейчас... Все будет хорошо. Не волнуйся, иди. Спасибо. Не волнуйся. Давай. Все равно. Внимание, друзья! Секрет красивых ног наших участниц – лошадиная сила. Отличная новость. Знаменитый гель для вен «Лошадиная сила» теперь продается в аптеках. Какая замечательная вещь – бальные танцы. Для исполнения мечты хорошо танцевать ничего не нужно, кроме рук, ног и самой мечты, сильного желания преуспеть в этом виде искусства. И сейчас мы посмотрим на исполнение мечты Анастасии Меньшиковой и Дмитрия Ташкина. Мечта, она, в принципе, должна быть, ну, какая-то неосуществимая, да? Ну, мне кажется. Танцевать не мечта была? Была, да. Ну, да. Ну, я же пришла и танцую с тобой. Все. Она сбылась, да? Да. Отлично. Два, три. Колени выпрямляй. Я выпрямляю, тебе просто не видно из-за штанишек. Первое место, мне кажется, это не принципиально. Я бы поставила на первое место все четыре пары. Никому чтобы не ловили. Молодец. Вообще очень круто я придумала, да? Так и надо, да. Вот, я молодец. Thank you.
Анастасия Меньшикова и Дмитрий Ташкин. Дима, Настя, это безусловный успех. Дим, скажи, пожалуйста, что сподвигло вас на такой... можно ближе ко мне подойти? На такой фильм ужасов под музыку Владимира Кузьмина. Ты вырвал сердце у своей возлюбленной? Не, я сначала ее оживил, вот статуя была. Да. То есть как Галатею, да? Да, наигрался и все, да. Не ту оживил. Не то, что нужно, да? Я тебя породил, девушка с веслом, я тебя этим веслом и убью. Вот такой смысл этого танца. Но я вам хочу сказать, блистательная драматическая румба у вас получилась. Елена Анатольевна, как вы оцениваете эту румбу? Может быть, это вообще была лучшая румба за сезон? Вообще, самый сложный танец в плане эмоций. Они должны быть сдержаны, и в то же время текст должен диктовать чувства. Я увидела у Насти сдержанную страсть, которая вот-вот должна выплеснуться, но человек помешал довести до конца. Если говорить о танце, то это было абсолютно замечательно. Спасибо. Спасибо. Владимир Николаевич, что вы думаете по поводу этого танца? Я думаю, что вот ребята достигли уже такого мастерства, что вот они танцевали румбу, но они не просто румбу танцевали, как конкурсный вариант, они танцевали великолепный драматический номер, и причем спокойно. Они не думали, что они будут делать, потому что настолько это уже в ногах, в теле, что мы просто вот это захватывало зрелище. Молодцы, спасибо. Спасибо. Оценки наших судей. Егор Дружинин 9. Владимир Орлов 10. Олег Меньшиков 10, Елена Чайковская 10, Николай Цискоридзе 9. 48 баллов получает Анастасия Меньшикова и Дмитрий Ташкин. Уважаемые телезрители, если вы также были поражены драматизмом этой румбы, отошлите 06 на короткий номер 107506, чтобы поддержать вот эту потрясающую пару. Прошу вас к Дарье Спиридоновой. Добрый вечер. Я вас приветствую в финале. Я счастлива Настю и Диму видеть в финале, потому что, конечно, когда начинался проект, ну, не все могли предположить, что Настя с Димой до финала дойдут. Настя даже улыбается, потому что она совсем даже не могла этого предположить, да? Да. И тем не менее, вы в финале, и я хочу сделать комплимент Диме и Насте, как человеку, который раскрыл вот в партнере какую-то совершенно новую, да, Дим, я не ошибаюсь? Уроки актерского мастерства. При том, что Дима абсолютно, потому что Дима профессионал танца, и при этом он раскрылся совершенно необыкновенно в нашем проекте за счет вот сотрудничества. Да, Настя, молодец, спасибо. Ты играл просто какого-то невероятного монстра. Да. Но вот эта сдержанная страсть абсолютно точно была отмечена. То, что есть вот вообще в русском драматическом театре, да, когда тебе не обязательно там разрываться от напряжения для того, чтобы показать что-то, что очень глубоко внутри скрыто, это совершенно потрясающе и, хотела сказать, наследственное. Но это не передается между мужем и женой, но тем не менее, это семейное, так скажем. Карен Георгиевич. Да, я вот сейчас думаю, что вот как будет с жюри, какая у них задача. Вообще тут действительно настоящее соревнование, и все пары вообще очень сильно выступают, и это мне очень понравилось. Это просто какой-то такой хореографический этюд. И вот я бы сказал, что вот Коля Цискоридзе, мой друг, он бы сказал, вот актеры, они там в училищах что-то танцуют. Слушайте, ну до такой степени они танцуют. Как Настя сегодня показала, это просто уже что-то такое, балет, на мой взгляд. Это очень здорово, ребята, и мне кажется, и очень хореография мне понравилась. Мне понравилась хореография, драматургия, то, что, знаете, вот чем хорош танец? Когда ты через движение, через пластику, тебе не нужно ничего объяснять. Ты все понимаешь, о чем люди тебе хотят сказать. О тех чувствах, которые, о тех взаимоотношениях, которые происходят между ними. Вот это я абсолютно увидел. Здесь была целая история. Поэтому спасибо, спасибо вам за это. Мы ждем ваш следующий танец. И счастье вот вас видеть, что вы так здорово в финале танцевали ваш первый танец. Спасибо.
Ну вот самое время, дорогие друзья, представить главного хореографа нашего проекта. Это Сергей Кривов. Ему аплодисменты. Сергей, спасибо вам большое. Итак, дорогие друзья, прошла первая половина нашего соревнования. И сейчас я хотел бы вам предложить турнирную таблицу и посмотреть, как жюри распределило места за первый танец. На первом месте Алена Водонаева и Евгений Пупанышвили. На последнем Сергей Писаренко и Виктория Задорожная. Напоминаю вам, что все может измениться в течение нашего финала. Ну и также хочу сказать, что 2 балла всего отделяют первое место от последнего места. К тому же предстоит второй танец. И самое главное, ваше голосование. Не уставайте отдавать свои голоса за наших участников. Ну что ж, дорогие друзья, ваш иммунитет требует не меньшей поддержки, чем наши участники. Пока ребята готовятся к выступлению, поддержите свой иммунитет, выпив бутылочку Иммунели. Иммунели – вкусная защита для вашего иммунитета. Мы продолжим финал сразу после рекламы на канале «Россия». Итак, уважаемые телезрители, мы продолжаем финал шоу «Танцы со звездами». Сегодня финал изобилует сюрпризами, и сейчас будет еще один специальный номер. Итак, на деревянном паркете царица льда Елена Чайковская! Чайковская и профессиональные участники «Танцев со звездами». Представляя следующих участников, не могу не отметить, что
про эту звездную танцовщицу все время говорили, что ей повезло с партнером. Но я могу сказать, что ей еще и повезло не только с партнером, не только с ее внешностью. Ей повезло с характером, с упорством, благодаря которым она появилась в финале. Итак, последний вальс от Алены Водонаевой и Евгения Папунышвили. «Танцы со звездами», наверное, вот после моего сына на втором месте по значимости. Потому что даже свадьба, моя прекрасная, красивая свадьба, о которой я всегда мечтала, ну не была она такой чудесной и настолько эмоционально важной для меня, как проект «Танцы со звездами». Потому что помимо того, что я здесь протанцевала все эти танцы, я еще и вжилась во все эти роли. Я даже какие-то выводы сделала, как не нужно вести себя с мужчинами для того, чтобы потом не бежать за ним и руками в пол не дубасить. Потому что нужно все-таки где-то молчать и вспомнить, что твое место на кухне, и не перечить, и не лезть на рожон. Поэтому «Танцы со звездами» для меня одно из самых важных событий в жизни. Это то, что я потом буду показывать своим внукам. Честно. Вот как бы ни сложились обстоятельства, честно, что бы ни было в финале, для меня это, правда, уже победа. Уже победа. Не надо думать о результате. Думай о том, чтобы станцевать свой лучший танец именно в финале. Спасибо, Женя, спасибо, Алена. Ну, у нас, конечно, бывало так, что один из партнеров плачет. Ну, что-то вы оба расплакались. Мы же вас не на Северный полюс ссылаем после этого, на разные полюса.
вы сможете танцевать, встречаться. Обязательно. И, Ален, в любом случае вместе прям всегда. Я очень рад, что в моей жизни появился такой человек. И спасибо тебе за доверие, спасибо за это отношение к моему любимому делу, к танцам. Да, ну так трагично, не надо, не прощайтесь с нами. Олег Евгеньевич, проняло ли вас? Вы знаете, я сейчас вот сел и думаю, какое счастье, то есть не счастье, что последняя суббота в этом году, я имею в виду танцев со звездами, но какое счастье, что не надо больше последнюю субботу надо что-то говорить, ставить своим коллегам оценки, оценивать их выступления. В общем, это все так неправильно, поэтому я замолкаю, я буду только ставить оценки. Браво, Олег Евгеньевич! А, Владимир Николаевич, ну вы-то не молчите. Хорошо. Очень эмоциональное выступление, конечно. И я думаю, что вот эти чувства, ну, они, наверное, сегодня всех переполняют. Действительно, то, что это последний эфир в этом проекте, много грусти. Но я думаю, что это какой-то, может быть, толчок, как Алена говорит, что она теперь вряд ли бросит танцы. Может быть, вряд ли бросит Женю, я не знаю как-то. Вот, так что всего вам хорошего. Спасибо. Николай Цискоридзе. Ну, здесь уже самое главное говорить не о победе, а, Алена, прежде всего, победитель над самим собой, потому что сделать такой рывок для себя внутри – это очень важно. Что касательно вальса, конечно, грусть вы на нас навели зачем-то, на зрителя навели, но, дорогие зрители, мы с вами не прощаемся, мы вернемся. Не знаю, как эти четверо, а вот стол и я, по крайней мере, собираемся. Вот. Мне жалко, что уже мы, в отличие от Олега Евгеньевича, что мы не будем собираться по субботам, потому что вот «Танцы со звездами» уже 8-й год скрашивает. Потому что ты будешь скучать Олег Евгеньевич по мне, совершенно да? другое сказал, если я вы тебя внимательно могу слушали. Видеть, если я захочу. А вот я не думаю, что танцующего Папанаишвили можно вызвать на кухню. Оценки... В отличие от тебя. Оценки жюри. Так уж и быть, на прощание. Егор Дружинин 9. Владимир Иванов 10. Олег Меньшиков 9. Елена Чайковская 9. Николай Цискоридзе 10. А, Алена и Женя, у вас было потрясающее выступление. И вы оказались у самой финальной черты. Одно это можно считать достижением, которое достойно похвалы. А также подарка. Смартфонов Nokia H501. Скорый экономичный смартфон со скоростным и экономичным интернетом позволит вам находиться в сети столько, сколько вы хотите. Пользуйтесь быстрым интернетом вместе с ярким и современным смартфоном Nokia H501. Держите, это вам. Уважаемые телезрители, чтобы поддержать пару Евгении Папанаишвили и Алены Водонаева, отправьте, пожалуйста, смс 02 на короткий номер 1075. 02 на 1075. От вас все зависит. Прошу вас к Дарье Спиридоновой. Ну что, это был вот ваш финальный танец в этом сезоне. Танец был необыкновенно красивый. У меня, правда, были слезы. Потому великая что, песня. Великая. Изумительная песня, изумительные слова. Это истинная такая вот песня женщины, мужчины. Хотя бы вот пройти по краешку Алла твоей судьбы. Если вы нас слышите, спасибо вам огромное за эту песню. Вообще и за огромное количество таких невероятных песен, которые ну, сформировали в том числе и меня, и многих. Спасибо вам большое. Да. И надо сказать, что почти в каждом туре нашего сезона в этом году были песни, которые исполняет Алла Борисовна. Я думаю, что не только это было приятно очень для Максима Александровича, но и для каждого из нас, из тех, кто участвует в этом проекте, всегда очень приятно соприкосновение с вашим творчеством. Спасибо, Алла Борисовна, вы с нами. Вот так вот в качестве нашей музы, даже не присутствуя здесь на паркете.
Алла Борисовна, цифра 2 на 10.75. Да, Алла Борисовна, голосуйте за Женю Папунашвили. Женечка, Алена, уже вот сейчас, когда вы станцевали этот танец, я хочу признаться в любви вашей паре и вообще вашим отношениям, которые между вами есть. Я это вижу. Женя, ты совершенно уникальный человек. Ты... И при этом это так поразительно, что каждый раз, вот казалось бы, уже Женя участвует не первый раз в танцах со звездами, а как он был участником всех проектов, он много раз побеждал здесь. И каждый раз я вижу, что это вот настолько настоящие чувства, настолько для тебя это каждый раз единственная и неповторимая история. Да. Я вижу, что сейчас у тебя такая искренняя эмоция. Ты... Да. Просто я тебя вообще, честно говоря, не видела, что вот Женя, он практически... Я вижу его слезы. Потому... Просто для Женьки очень важно в танце правильность. И мне уже многие люди, которые занимаются танцами, несколько раз говорили, что, Ален, вот мы смотрим, у вас, говорит, очень сильный состав в этом году. На самом деле все пары отличные, все с хорошей подготовкой. Но, говорит, у вас настолько все чисто. Женька, потому что на самом деле следит за тем, как лежит рука в вальсе, за тем, как лежит рука во всех европейских программах. И мы все это делаем. Но я все равно знаю, что ты сейчас гордишься тем, что сейчас было. И я знаю, что ты мы доволен. Я просто... Да, это невероятно, это невозможно передать. То есть человек только, который может станцевать и, попробовав раз, может, наверное, почувствовать такие эмоции. Видимо, похожие эмоции певцы испытывают во время выступлений, потому что это энергетика. И я именно в этом сезоне еще, знаете, какую важную вещь поймал? Мне почему-то через камеру вот эта вот энергия, энергетика людей, которые смотрят. Я клянусь, я, это невозможно объяснить, я поймал, и я очень вам благодарен за поддержку нашей пары, и я знаю, как вы за нас болеете. На спасибо самом вам деле, большое. Сейчас, как никогда, Женя и Алене, ваша поддержка нужна. От вас зависит вот буквально все. Вот да. Если вы любите эту пару, если вы любите Алену или Женю, и их вместе, или по отдельности, вот не поленитесь сейчас, идите, отправляйте свои смс, потому что от вас зависит сейчас абсолютно все. А мы потом соберемся все вместе. Аленушка, я тебя поздравляю. Ты в этом проекте настоящая победительница. Я правда очень счастлива. Правда. Честно, я настолько счастлива. И, конечно, танцы со звездами с тобой никогда, мне кажется, уже не попрощаются, дорогая. Спасибо большое. Спасибо тебе. Спасибо. Оставаться в хорошей форме, наслаждаясь свободой движения, помогает Терафлекс. Он содержит родственные нашим суставам натуральные компоненты, устраняет саму причину боли и помогает надолго вернуть привычную подвижность. Терафлекс. Продлите молодость суставов. Эта участница пришла в наш проект под условным названием «Жена народного артиста». После ее успехов на паркете, я думаю, ее супруг, наш председатель, уходит из проекта под условным названием «Муж участницы финала». Анастасия Меньшикова и Дмитрий Ташкин. Не просто танцевать, когда в жюри сидит твой любимый. Я думаю, кстати, ему тоже непросто было. Но вот удивительная такая вещь происходила, когда мы с Димой выходили на паркет, то вот честное слово, я забывала, что там сидит Олег, что жюри. Я пыталась доказать, что я имею право вот выйти и, ну, неважно, с Олегом, без Олега, но что у меня есть на это право. У меня мама после каждого эфира звонит и говорит: «Настенька, боже мой, как же ты это сделала?» Я говорю: «Мам, у меня есть Дима. Он меня даже зубами поймает, если это нужно. Поэтому самый надежный парень». Да. У меня самая сильная партнерша. Да.
Анастасия Меньшикова и Дмитрий Ташкин. Ча-ча-ча! Настенька, скажи, пожалуйста, спасибо большое, пока не дождит. Настя, скажи, пожалуйста, действительно тебя так что-то развеселило или сыграло? Нет, это же последний танец. А, то есть ты знаешь, ты вот еще танец не закончилось, а счастье, такое счастье было написано у тебя на лице, что, видно, достало тебя немножко это, да, нет? Ну, так, нервно. Ну, чуть-чуть, нервно, это уже нервные. Да, ты, кстати, слышала, что Лена Подкаминская назвала именно вашу пару лучшей, если их не считать? Ну, я просто так сформулировал вопрос. Леночка, у тебя будет первое место, дорогая. Ты что, позаботилась, да? Да. Поговорила с мужем, что ли? Но в нашем шоу последнее слово за телезрителями, со всеми миллионами телезрителей, конечно же, не поговоришь. Спасибо вам за зонтик. Егор, как тебе показалось второе выступление этой пары? Ну, второе мне показалось гораздо лучше, чем первое, честно скажу. А что ты поставил за первое, напомни? За первое я поставил... Сейчас неважно, цифры можно... Не-не-не, сейчас ну, я поставил помнишь, минус один, помнишь? Скажем так, за первое. А сейчас хотел бы поставить плюс один, но я не знаю, зачтут или нет. Ну, дело в том, что поставил ли ты 9 или 10, все равно, значит, может, 10 будет, да? Я же говорю, я бы поставил к десяточке еще бы один. А, ну хорошо. А может быть, еще бы один. Ладно. Но вот я так понимаю, что Настя договорилась с Олегом Евгеньевичем, чтобы... Она ни о чем не договаривалась, это была моя шутка. А. Скажи про танец. Ну, то есть шестерку не надо ставить, нет? Скажи про танец. Про танец, все, я уже сказал, мне понравилось. А, понравилось. Что я еще должен вам сказать, все, Максим? Во-первых, Егор, ну ты замечательный хореограф, ты актер, ты режиссер, ты вообще никому ничего не должен. Вот так, все. Спасибо. Подожди. Я еще Елену Анатольевну. Можно спрошу? Елена Анатольевна, как вам понравилось «Ча-ча-ча»? Ну вот румба мне, как ни странно, понравилась больше. Вот Егор вам. Егор и добавит тот бал вам. Да, пусть мне, потому что там я видела эту выраженную страсть. Тут какая-то была шутка. Ну, танец такой. Замечательная, да. Но для мелодия-то финала, такая. Но для финала что-то такое нужно было убойное. Они показывали разноплановость. Их попросили показать разноплановость. Настя, вы уже все можете. Я от вас ждала такого-то взрыва. Но они показали, что они могут и страсть, и эдак. Ну, Максим, что вы за них говорите? Что дайте микрофон Насте с Димой. Да, я за, не уговаривайте. Ну, что, не испортите жюри, Максим. Хорошо. Не уговаривайте. У меня зонтик. Коленька, ты рисуешь схему выхода из студии? Да, пожарный выход. Я проверяю, как вот добежать или нет. В Богановском училище. Ну, там у меня все хорошо, пожарники хорошо оценили наши. Про танец, пожарный. Про танец. Я поздравляю Настю с финалом и хочу сказать, что действительно, я поддерживаю Лену Анатольевну в том, что мне румба понравилась гораздо больше. Я был удивлен, что чача странно. Ну, потому что это не чача, а ча-ча-ча. Вот если бы мне принесли чачу, может быть, мне понравилось. Вот, Коль, давай договоримся. Тебе сейчас понравилось, а потом мы тебе принесем чачу. Хорошо. И я просто думаю, что вот тот номер, который вы сделали на румбу, вот если к румбе его... Чачу, Николай Максимович. Спасибо. За ваше здоровье. Итак, оценка. А то можно было бы с ним, его можно исполнять, потому что актерски и у вас, Настя, и у Димы, это было великолепно исполнено. Да, специально для телезрителей хочу сказать, что только что Егор налил чаю Николаю Максимовичу, чтобы не думали, что мы правда пьем тут чачу. Оценки... Ты хорошо о Егоре думаешь. Оценки жюри. Я же обещал. Егор Дружинин 10, Владимир Иванов 10, Олег Меньшиков 10, Елена Чайковская 9, Николай Цискоридзе 9. 48 баллов получает Анастасия Меньшикова и Дмитрий Ташкин. Уважаемые телезрители, поддержите эту пару, отправьте 06 на короткий номер 1075. 06 на короткий номер 1075. Ну и в гостиную к Даше Спиридоновой. Боже мой, спасибо большое. Да, помните, я
отобрала, накинулась, отобрала у вас игрушку, которую мне сестра принесла, антистресс. Она меня недели три мурыжила и говорила: отдай Даше. Вот, ребенок видит, кому больше всех нужна здесь игрушка антистресс. Спасибо большое. Как зовут сестру? Таня. Танечка, спасибо огромное. Вот этого слоника, или это, да, это слоник. Во-первых, ему будет очень рад мой сын, потому что его самый любимый мультфильм — мультфильм про мамонтенка. И он даже меня иногда, да, он меня даже иногда берет и говорит: взять маму за хвостик. Представляете? Ну это ладно, это я не могла не сказать в финале программы «Танцы со звездами» о своем сыне. Настенька, я вас поздравляю. Спасибо, спасибо. С этим танцем вы блистательно исполнили оба танца в финале. Вот просто по-настоящему здорово, классно, они совершенно разные, но вы справились вот со всем, и с хореографией, и с волнением, и с ощущением, что это последний день, и с эмоциями. И ты знаешь, Настя, ты такая молодец. Вот ты сказала, мы видели в сюжете, что ты хотела вот как бы убедиться в том, что ты можешь выйти. Вот я тебе хочу сказать, что это вот, ну, там... всего лишь программа, на самом деле. Да. Хотя мы очень любим наше шоу «Танцы со звездами», но в этой программе настоящие люди совершают настоящие поступки и по-настоящему меняются. И я вижу это в тебе абсолютно. И теперь, когда у тебя в жизни возникнет когда-нибудь вопрос, что ты можешь, что ты имеешь право, просто вспомни, ты можешь, право. Спасибо. Я тебя поздравляю, спасибо, моя дорогая. Карим Георгиевич. Да. Замечательно. Танец, кажется, вообще пара как-то в финале вот раскрылась по-новому, и, так сказать, и хореография, и, ребят, очень здорово. И я должен сказать, Настя, вы знаете, вот я понимаю, что это очень сложно. И вот у актеров всегда есть, во что их волнение выливается? В провал или в другое качество, в лучшее качество? Вот в вашем случае, вот ваше волнение, оно выливается вот в лучшие качества. Это и есть актерский класс, понимаете? Поэтому я, так сказать, поздравляю вас от всей души. Спасибо. Не говоришь о том, что под музыку Криденс мы все выросли. Спасибо. Спасибо вам большое. Я поздравляю. Спасибо. Когда танцы распределялись между парами, они не думали отнюдь о том, какой танец им достанется. Они думали лишь бы, это был не фокстрот. Ведь фокстрот — один из самых сложных бальных танцев. И сейчас, дорогие друзья, эталонное исполнение «Фокстрот» от члена нашего жюри, судьи международной категории Владимира Иванова и участницы нашего проекта Екатерины Осиповой. Встречайте!
Владимир Иванов и Екатерина Осипова. Жюри аплодирует стоя. Спасибо огромное, Владимир Николаевич, за то удовольствие, которое вы нам достали. Эти аплодисменты вам и, конечно же, Екатерине Осиповой, которая блистательно участвует уже не в одном сезоне «Танцев со звездами». Осенью и зимой насморк подстригает на каждом шагу. Вооружитесь карандашом «Золотая звезда». Природный антисептик, богатый эфирными маслами. Не сушит слизистую, не вызывает привыкания. Как вы, наверное, догадались, дорогие друзья, сейчас будет реклама на канале «Россия». Позже продолжим финальное соревнование «Танцев со звездами». Итак, уважаемые телезрители, мы продолжаем финал шоу «Танцы со звездами». Наверное, никто не мог предположить, что этот человек окажется в финале. И тем не менее, он здесь. Он сумел преодолеть себя и овладел сложным искусством бального танца. Конечно же, это Сергей Писаренко и Виктория Задорожная. Самый трогательный момент, ну, для меня в этот момент был, когда я уронил на поддержке тебя. Это было так трогательно. Трогательно было то, что ты не сознавалась, что ударилась. Ее увидеть спину в октябре месяце, мне было страшно смотреть. После ча-ча-ча. Да, трюк вот это вот. Трюк, тряпочка. Вращаешь, прокручивается у нее два шрама на спине. Ожога прям. Вот реальные две полосы такие. Да елки-палки. Проезжает в шпагате, пальцы загорают. Все нормально. Еще два ожога. Все. На пасодобле разворачиваюсь, с локтя в лоб. Не рассчитались, такая шишка, я сфотографировал ее. Все нормально. Ёлки-палки, может, у него порог болевой завышенный. Сергей победитель. Для себя он победил и для меня победил. Уже? Уже победил, да. Уже победил? Уже победил. А еще? Мы поборемся. А то мы как-то уже победили. Ну да, подождите. Вы еще не знаете, какую мы бомбу заготовили. Какую мы взрывчатку положили. Thank you.
Сергей Писаренко и Виктория Задорожная. День десантника. Сереж, конечно, неожиданная история. Кому вообще пришла в голову... Можно, Виктория, я из вашего бюста выну осколки? Кому вообще пришло в голову бить бутылки об голову? Извините за тавтологию. Вот как это рождалось? Вы сказали друг другу, будет посадобль, а не разбить ли нам бутылку шампанского о голову, да? Здесь в зале сидит парень. Подполковник спецназа. Это мой брат. Я посвящаю этот танец тебе, Жора. Прекрасно. Георгий, спасибо вам, так сказать, за спецназ. Неожиданно. Георгий, вы воспитали настоящего брата. Это же старший брат, да? Макс, ты понимаешь? Младший. А, то есть ты воспитал спецназовца? Младший брат воспитал старшего брата. Все-таки ты разбил настоящую бутылку себе о голову. Макс, ты понимаешь, если... Владимир Николаевич, осталось ли что-то от посадобля среди этого буйства десантного духа? Не работает. А, работает. Осталось... Владимир Николаевич работает всегда. Да, конечно, такой посадобль я первый раз вижу тоже. Это удивительно. Я не знаю. Подожди, это не последнее шоу еще. Все может быть впереди. Да-да-да. Еще много родов войск. Обычно посадобль, конечно, это вот испанский наряд, но тут после вашего полосочки... Просто после вашего фокстрота можно только вот так вот головой об бутылку. Ну, посадобль-то вообще-то был, там лексика-то была от танца, но, конечно, вот страшный танец-то получился очень как-то. Вот. Но, тем не менее, мне нравится оптимизм Сергея, его жизнелюбие и выход из любого положения. Вот это просто, вот это супер. Я надеюсь, этот посадобль увидят в Америке и вздрогнут. Испугаются. Да, это актуально. Вот тот парень сзади умеет такие посадобли танцевать, вы не представляете. Так вот мы его и боимся, знаете, мы в замешательстве, какие ставить оценки. Вот я хотел бы тебе сказать, если ты в замешательстве, вот многие предъявляли к этой паре разные претензии. Кроме никто меня. Но никто не замечает, какие они поддержки делали. Вот мне кажется, стоит отметить, да что... Да уже здесь... сколько можно говорить, что у нас Вика, она... Причем тут Вика? Ой. Поддержки. Как это причем? Нет, она туда влезала. Нет, она Вика, я понимаю. Она туда влезала. Так она у нас Оксана Казакова паркета. Ты помнишь? А ты не помнишь. У нас, когда был первый лед, там была гениальная олимпийская чемпионка, которая на льду, сама на льду все делала за партнера. И вот мы все время смотрели на Вику и думали, господи, надо же, есть такой гений, который не боится ничего. Сережа, вы очень помогали, просто вы не подумайте. Мы... Просто на самом деле в поддержках основную нагрузку всегда несет балерина, партнерша в данной ситуации. И Вика, браво. Спасибо. Но я хочу сказать об этом танце. Это очень неожиданное решение. Ощущение было, что мы все находимся на Манежной площади в день ВДВ. И к ним вдруг нечаянно зашли матросы. Да, и юнга. Но тут вот Владимир Николаевич обнаружил какие-то движения, но Елена Анатольевна нашла тоже какое-то... Вы знаете, на меня так произвело впечатление, что все-таки Вика тоже разбила бутылку о голову. И главное, что посмотрите, три кусочка ты вынул все-таки из ее бюста. Понимаешь, как надо? Какая точность, меткость. Нет, уже за это 10. Это не точность, это моя деликатность. Что так я не полез глубже и не вынул остальное. 18. Я прошу всю армию проголосовать за Писаренко. Ну, к сожалению, у нас сейчас голосует не армия, а наши жюри. Елена Анатольевна, что-нибудь скажете по поводу этого танца, перед тем, как все увидят десятку Цискоридзе? Спрячь. Нет, у меня было впечатление, что я в парке культуры имени Горького 2 августа. Это тоже хорошее место. Где... в фонтане купаются эти люди. Я скажу вам честно, я не люблю такие постановки, не люблю такое исполнение. Вот я вас очень люблю как пару, но вы меня
удивили в финале. И вообще, когда я вас видела несколько дней назад на репетиции, мне казалось, что это классический пасодобль. Вы шли ходами. А это классический ДВ-добль. Да, да, точно. Ну что ж, оценки жюри. Егор Дружинин 10. Владимир Иванов 10. Олег Меньшиков 9. Елена Чайковская 9. Николай Тискоридзе 10. 48 баллов получает пара Сергей Писаренко и Виктория Задорожная. Чтобы что-то получить от наших телезрителей, нашим верным поклонникам, надо отправить 08 на короткий номер 1075. 08 на короткий номер 1075. Прошу вас, Сережа Вика, к Дарье Спиридонову. Эффектно. Вика, я, конечно, тебе не рекомендую в парк Горького отправляться в таком костюмчике, когда там празднуется день воздушно-десантных войск. Это, по-моему, 2 августа. Сейчас 2 августа. Я... 2 да, августа? Это ошибочная оценка. Это Боже мой, а что у тебя с головой? Это танец ко 2 августа совершенно не имеет никакого значения. Ты посмотри. То есть никакого отношения, потому что этот танец имеет отношение к Испании. Именно к военно-воздушным войскам. Да. К строевым кадровым военно-воздушным, военно-десантным войскам. Поэтому я маршировал. Да. А не изображал пьяного десантника. А то, что десантники ломают доски и иногда бьют бутылки, это происходит хорошо. И в кадровых частях. Слушай, но дело в том, что ты весь покрыт абсолютно натуральной кровью. Во-первых, вот это ты разбивал доску таким образом? Я разбивал доску так, как меня учил брат. Младший. По-настоящему, да. Но он жесток с тобой, Сережа. Мы-то думали, ты только строишь всех вокруг. Оказывается, там такой Георгий. Надо оставаться самим собой. И если мы сегодня решили станцевать этот танец, да, то значит, мы показали дух этого народа, мы ему принадлежим, и мы принадлежим правильно полностью. Да слушайте, тому, когда вы танцевали, мне показалось, что и ACDC тоже принадлежат к этому народу. И тоже и ACDC пытается только соответствовать. Да. Это было совершенно необыкновенно. Я считаю вообще, Сереж, что, конечно, это было неожиданное решение для финала, самое да? Главное, взять и сделать такую историю. Да. Дерзко, но, дерзко. Но Сережа остался абсолютно верен себе. Абсолютно. Да, Карл да, Георгиевич? Да. Мне очень понравилось, именно понравилась дерзость замысла. Дерзость замысла, и это абсолютно правильно, то, что они сделали, вот именно такой танец. И я должен сказать, вот знаете, вот даже на обычной танцплощадке, да, всегда есть какая-то пара, от которой невозможно оторваться. Вот ты следишь за ним. Вот всегда находится такая. Вот они танцевали так, что невозможно. Ну, мы здесь сидим, да, можно отвернуться. Я не мог отвернуться. Я просто был абсолютно ошарашен, смотрел. Абсолютно. Я не мог оторваться. И да, это главное. Сереж, это главное. Это главное. И спасибо. Я думаю, что здесь Сергей проявил себя и как актер, и, конечно, Вика, и ребят, и, на мой взгляд, ну, я ставлю 10. А еще Сережа себя проявил как настоящий мужчина, потому что действительно у нас давно в проекте не было и в финале таких истинных да, мужчин-участников. Придумщик, да. Придумщик. Лидер. Знаете, единственное, что хочу добавить, что я бы с тобой, Вика, в разведку пошел. 100%. Блин, спасибо. Я думаю, мы еще бы все с Викой пошли хочу в разведку. Хочу сказать, что самое главное, что мы остались верны себе. Вот. А по поводу... Ну, извините, у нас музыка такая была очень обязывающая, и нам пришлось захотелось танцевать. Все именно к одному. Да. То есть очень обязывающая мелодия была. Еще хочу сказать, вот прям пользуясь случаем. Имеешь право, Сереж, помню. Говори. Вот хочу сказать тебе, прям... Я очень горжусь то, что я с тобой танцевала в паре. Ты меня ни разу не подвел. Я... Рада, что именно ты достался мне. Спасибо тебе. Еще. Я знаю, что смех, он продлевает жизнь, но находясь на этом проекте, танцую с парой Сергеем Писаренко, и мне кажется, я стала бессмертной. Спасибо вам, дорогие. Спасибо. Спасибо.
Ну что ж, еще один танец прощания. Сейчас на паркете вы увидите танго от Елены Подкаминской и Андрея Карпова. Значит, мы с тобой в любви друг другу объяснялись в эфире. Так. Значит, прощение просили. Да. Было. Работать работали. Действительно. Поэтому я не закончил. Простите, Андрей Владимирович, он меня в строгости держит. Я хотел тебе сказать большое спасибо. Очень большое. Андрюша, ты, как сказать, главный герой в воплощении... Твоей мечты. Моей мечты. Я никогда... Тебя не забуду. Тебя не забуду. Ужасно. Ну, какие-то смешанные чувства. С одной стороны, да, мы вот так наработались. А с другой стороны, конечно, никогда не забуду, правда. Прощаю, мчалась радость прочь, смех и боль все вдали. Прощай, хоть мне ужасно жаль отрекаться от любви. Как же вернуть я смогу вечер придуманный нами, дом на зеленом лугу, прошлыми соткан цветами. Возвратить, не оживить сны улетающего лета. Только тебя мне не забыть. Где ты теперь, где ты? Прощай, прощай, нечаянный мой друг. Наши дни далеки. Прощай, прощай, увял зеленый луг, пожелтел от тоски. Прощай, прощай, меня не вспоминай, не зови, не ищи. Прощай, прощай, последний раз прощай, и себя во всем вини. Как же вернуть я смогу вечер придуманный нами, дом на зеленом лугу, прошлыми соткан цветами. Карпов и Елена Подкаминская.
Ну что ж, я думаю, эти овации будут продолжаться всю рекламную паузу, после которой результаты танцев со звездами 2013. Оставайтесь с нами. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир шоу «Танцы со звездами». Андрей Карпов и Елена Подкаминская исполнили танго «Прощание». Настало время узнать мнение жюри. Ну что ж, прямой эфир заставляет нас сокращать, к сожалению, выступление наших судей. Я хотел бы услышать того, кто первый наклонил голову к микрофону. Спасибо, потому что я хочу сказать, на самом деле, Егор. Поэтому я и наклонил микрофон. Скажи за всех. Губам, да. За всех не знаю, но я внутренне определился с победителем этого сезона «Танцы со звездами». По крайней мере, тот номер, который я увидел сейчас, меня абсолютно в этом убедил. Он гениально придуман для финала. Это лучше не придумать. Мой поклон вашему хореографу. И вам. Потому что мне кажется, что вы очень хорошо относитесь друг к другу на паркете. Невозможно танцевать танго и не получать удовольствие от партнерши, которая делает то, что ты ей велишь. Спасибо вам огромное. Олег Евгеньевич, вам еще слово хотел бы. Я полностью согласен с Егором Владиславовичем. Видишь, Николай Максимович, учись. Ну что же, оценки наших судей. Егор Дружинин 10, Владимир Иванов 10, Олег Меньшиков 10, Елена Чайковская 10, Николай Цискоридзе 10. Все десятки, 50 баллов получает Елена Подкаминская, Андрей Карпов. Но теперь все зависит от зрителей. Уважаемый телезритель, напоминаю, что ваше слово последнее. Отправьте 09 на короткий номер 1075, чтобы присоединиться к тому хору «Молодцы», который сейчас звучит в адрес Елены Подкаминской и Андрея Карпова. Прошу вас в студию к Дарье Спиридоновой. Поздравляю, вот это танец финала, да? «Прощай», такая музыка, и... Андрюш, у тебя сдержанное лицо. Я не видел, я не знаю, что было в телевизоре, но у нас была такая идея, чтобы наше видео, которое было с предыдущих танцев... Это было видно. Да, получилось. Это было прекрасно. То есть мы, на самом деле, очень много времени на это потратили, готовили видео. Я думаю, что эту идею как раз все оценили, и зрители, и члены нашего жюри. Мы вспомнили ваше участие на протяжении всего проекта. Более того, я думаю, что и для зрителей, и для жюри, именно то, что они вспоминали вот эти этапы вашего пути к финалу, было очень важно, потому что я думаю, что в определенной степени эти все десятки, они за по совокупности вашего участия вообще в проекте. И я вас поздравляю с тем, что вам удалось это сделать. Это любимый танец Андрея, танго. У меня вот в руках результаты за два танца. Мы скоро будем сводить эти оценки, естественно. Я не буду заранее интригу открывать, но просто могу сказать, что у нас две пары получили одинаковое количество баллов. Это вот Алена Водонаева и Настя Меньшикова. Чуть меньше получил Сергей Писаренко. И лидеры у нас сегодня Лена с Андреем. Поэтому, но настолько там все один балл просто отделяет пары. Настолько все зависит сейчас от вашего голосования. Если вы любите эту пару, не думайте, что им сейчас не нужна ваша поддержка. Голосуйте за них обязательно. Карен Георгиевич, вы согласны с мнением Егора, что это победители? Он очень четко сказал, очень так открыто. Но это победители этого сезона. Я так с самого начала проекта, вот, когда я тут имел честь присутствовать, я для себя выделил вот две пары, конечно, это пару Андрея и пару Жени. И здесь очень много зависело от партнерш, потому что они, конечно, блистательные профессионалы. И тут, конечно, вот зависело от девушек. И кто лучше справился с волнением? Не я, точно. Но ваше волнение переросло в качество. Плюс. Спасибо. Огромное спасибо, что, Лена, что ты здесь, на самом деле, будучи профессиональной актрисой, ты при этом как-то вот делала какие-то невероятные над собой усилия, победы совершала в каждом выпуске. Я вас поздравляю с этим танцем, но все впереди, мы узнаем совсем скоро, кто стал победителем этого сезона. Ну что ж, уважаемые друзья, Дарья Спиридонова немножко уже приоткрыла завесу тайны, и сейчас мы узнаем, как проголосовало наше жюри.
Таблица жюри. На первом месте у нас Елена Подкаминская и Андрей Карпов. На 98 баллов. На последнем Сергей Писаренко и Виктория Задорожная 95 баллов. И у двух пар оставшихся Анастасия Меньшикова, Дмитрий Ташкин и Алена Водонаева и Евгений Попанишвили по 96 баллов. Разница минимальна. Уважаемые телезрители, напоминаю, что именно за вами остается право выбрать победителя «Танцев со звездами». Думайте, собирайтесь с мыслями, голосуйте и, конечно же, смотрите, как выступали наши участники сегодня в финале. Чаянный мой друг, наши дни далеки. Прощай, прощай, увял зеленый луг, пожелтел от тоски. Ну что ж, уважаемые телезрители, итак, я в последний раз в этом сезоне хотел бы передать слово для заключительного пожелания нашим участникам Дарье Спиридоновой и Карену Шахназарову. Спасибо, Максим. Конечно, я передаю слово Карену Георгиевичу. Карен Георгиевич, вы у нас постоянный участник. Вы знаете, что такое «Танцы со звездами»? Знаю, как... да. Я должен сказать, что, конечно, искусство танца – это все-таки удивительное искусство, когда без слов, через движение, через пластику человек может выражать самые глубокие чувства. Самые глубокие взаимоотношения между людьми возможно выразить в танце. И когда это делают по-настоящему талантливые актеры, актрисы, это становится настоящим искусством. И здесь мы такие примеры видели. И я еще должен сказать, вы знаете, я все-таки уже такой старый волк в кино. И где-то вот эта программа, вот я хотел бы, чтобы телезрители поняли. Танцы надо уметь снять. Вот блистательный свет был выставлен. Вот я сегодня отметил, свет великолепный был. Великолепная декорация. Операторская работа, потому что, поверьте, я снимал музыкальное кино, это очень сложно, это очень сложно снимать танцы. Это первоклассное шоу, и, конечно, организация, и, конечно, изумительный ведущий Максим Трибьют. И Даша. Я должен сказать, невозможно было бы без участия всех людей, которые, а их десятки, которые работали над этим, вы не получили бы вот этого праздника танца, который вы увидели благодаря нашим замечательным актерам. Спасибо вам огромное, Карен Георгиевич. И я хочу вас поблагодарить не только как человека, который здесь играл очень важную роль, но и как директора Мосфильма, на котором, собственно, снимается эта потрясающая программа. Я хочу сказать спасибо всем нашим зрителям за то, что вы были с нами и за то, что вы любите танцы. И я очень надеюсь, что наша программа, которая про настоящие чувства, она про настоящие победы над собой, чтобы она вас вдохновляла каждый день. Скоро Новый год. Возможно, все. Просто поверьте в это. Спасибо вам. Спасибо, Карен Георгиевич, спасибо, Даша. Итак, я напоминаю результаты голосования жюри. По мнению жюри, на первом месте Елена Подкаминская и Андрей Карпов. На последнем месте Сергей Писаренко и Виктория Задорожная. И сейчас главная интрига. Уважаемые телезрители, мы покажем, как проголосовали вы. Таблица голосования телезрителей. На первом месте Елена Подкаминская и Андрей Карпов. На последнем Анастасия Меньшикова и Дмитрий Ташкин. Ну что ж, я постараюсь сохранить интригу, насколько это возможно. Уважаемые телезрители в студии и зритель по ту сторону экрана, прошу отметить аплодисментами все четыре пары, которые сегодня участвовали в финале. Итак, восьмой сезон «Танцев со звездами» подошел к концу.
Четвертое место в 8-м сезоне. Четвертое место занимает пара... Сергей Писаренко и Виктория Задорожная. Аплодисменты! Третье место в нынешнем сезоне занимает пара Анастасия Меньшикова, Дмитрий Ташкин. У нас остались две блистательные пары. Прошу их искупать овациями. Это Евгений Попанышвили, Алена Водонаева. И Елена Подкаминская, Андрей Карпов. Дорогие друзья, мы заранее аплодируем серебру сейчас, потому что, наверное, многие уже догадались, кому она достается. Ну а сейчас я хочу торжественно объявить, кто же из этих двух блистательных пар стал обладателем Кубка «Танцы со звездами» 2013 года. Это Андрей Карпов и Елена Подкаминская! Еще раз аплодисменты блистательным Евгению Попанышвили, Алене Водонаевой. Леночка, Андрей, я вас поздравляю. Это было потрясающе. В этом были и страсть, и слезы, и потрясающий танец, и настоящая отдача паркету, которая только была возможна. Я не знаю, как вы физически сквозь это прошли, Леночка, но я... От всех телезрителей, от всех зрителей в студии, от всех создателей этой программы поздравляю Андрея Карпова. Благодарю его за профессионализм и преклоняюсь перед талантом Елены Подкаминской. Они стали нашими победителями. Ну что ж, уважаемые зрители, это были «Танцы со звездами». Финал. Я надеюсь, мы достали вам искренне удовольствие от бальных танцев. Я не сомневаюсь, что те, кто еще не танцует, будут танцевать благодаря тому, как танцевали Елена Подкаминская, Андрей Карпов и все участники «Танцев со звездами» 2013. Танцуют все!